Здравствуйте! Добро пожаловать на канал Мыло Опт. И сегодня мы представляем вашему вниманию деревянную заготовку для декупажа ежик и яблоко. Эти заготовки являются главной основой всего декупажа. Даже минимальный набор заготовок включает в состав все самые необходимые материалы для декупажа. Клей, лак для приклеивания, структурную или фацетную пасту, глазурь для декорирования, специальный лак для создания эффекта состаривания, кисти для работы, грунт для фона, акриловую краску. Также необходимо выбрать картинки для декупажа. Их можно выбрать из салфеток, либо можно использовать декупажные карты из обычной или рисовой бумаги. Ведь именно картинки станут вашей главной заготовкой и основой для декупажа. Все заготовки для техники декупаж производятся из фанеры. Еще часто используют деревянные элементы с ДВП. В самом начале имеющиеся заготовки грунтуют. Выбор заготовок настолько велик, что дает возможность создавать неповторимые вещи. Конечно же, работа, выполненная в технике декупаж, может стать отличным подарком, так как он будет один на весь мир, и второго такого уже не будет ни у кого. Вот так выглядит данная деревянная заготовка. Вот такой ежик. К нему идет яблочко. Вот так выглядит с другой стороны. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте подписываться, ставить лайки. До новых встреч!